Всем доброе утро. Мы ждем остальных. Сейчас пойдем на автобус, в школу, в садик, да, Ванюшенька? Ванечка, такой так спать хочет, так спать хочет. Мама спать не дает, нехороший человек. Что случилось? Чё? Холодно. Холодно. Ты так поедешь без куртки? Ну смотри сам. Не-не-не, Маша, смотри сам. Всем добрый день. Я поехала в город. Сегодня договорилась со знакомой. Мы съездим по магазину. Мне надо сахар, масло, крупы кое-какие взять еще. Да все такое вот. Поэтому поедем по магазинам. Проедемся немножко, кое-что закупимся. На улице хорошо, тепло, но я что-то все еще в куртке хожу. Мне что-то холодно все равно. Хотя сейчас многие скажут: Настя, ты что, уже все куртки сняли, ты в куртке ходишь? Ну да, мне холодно. У меня Света тоже мерзлячка, она тоже в куртке ходит. Остальные, по сути, уже все сняли. Ладно, идем на остановку ждать автобус. Так, дорогие друзья, сделала я снова закупочку. Но тут огромная закупка. Сейчас дома все покажу. Там Маша ушла квартиру открывать. Мне на машине сегодня помогли мои знакомые. Спасибо им огромное. Дай Бог здоровья. Сейчас покажу в целом все, что я купила. Тут пакет, коробка. Там тут сахар 24 упаковки. Там Маша пакет унесла. Короче, идем домой смотреть распаковку. Так, мои хорошие, делаю распаковку. Что купила? Сахар. В каждой пачке по 12 штук, 24 штуки сахара. Маша, пакет возьми, вот фикспрайсовский, туалетную бумагу набрали целую кучу. Тут штук 9, наверное, туалетной бумаги. Сейчас сразу уберу и будем дальше с вами. Чтоб не это. Так, дальше. 3 пачки риса еще взяла. Пускай будет. Это мы заезжали в красно-белое. Я взяла вот такие вот пироженки деткам. В фикс-прайсе взяла себе вот такой имбирь бодрящий. Мне как-то брала, понравилось. Это Маше подарили. Сегодня наши знакомые Машки купили. Держи, Маша. Дальше. Мне посоветовали взять вот такой вот фарш. Тут 500 грамм. И выходит дешевле за килограмм, чем мясо просто покупать. Получилось, фарша я взяла так. Раз, два, три, четыре, 8 пачек фарша взяла. Это получается 4 килограмма. И вот такой вот мне еще фарш посоветовали. И из индейки взяла один на пробу. Дальше, потом вот такие вот сосисок целую кучу, видите, взяла. Тут очень много, не знаю сколько, но вот факт то, что много. Я не знаю, куда я сейчас буду все это пихать, морозилки у меня пока нету. Тут у меня битком уже забито, ну куда-то что-то запихаю. Дальше, потом Маша, я сливочницу курю твою любимую нашла. Пачечку взяла. Потом в разрыхлителе себе 3 штучки взяла. Капсулы вот такие вот взяла. 12 штук. Это я беру в основном капсулы, когда я школьно что-то стираю. Дальше. 3 альбома мы взяли. Вот такой держи, Машенька. Да. У нас альбомы, потому что вообще все позаканчивались. И там один мальчиковый, да? А это ты себе такой выбрал? Господи, какой страшный. Дальше взяла шашлык. Я детям обещала сделать шашлык. Вот взяла 2 пакета. Тут вышло 4 килограмма. Короче, на 1500 рублей. Детям будем делать шашлыки. Можно. Дальше. Крабовый палочек целую кучу набрала. Крабовые палочки пускай лежат. Рыбная консерва. 4 баночки купила. Ну, это ежедневки. Это Маша себе где-то брала в фикс-прайсе, да? Маша такую любит. Держи. Так, дальше. Конфетки по 29 рублей за 100 грамм. Мы взяли вот такие вот. Цитрон. Потом тут еще какие-то. Тут, короче, их много. Потом вот такие вот взяла. И вот такие вот взяла. Дальше. Масло сливочное по 38, по-моему, оно было. Короче, еще набрала вот. Тут что у меня? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 пачек. Сыр классический. У Маши спросила, надо вам? Нет. Взяла. Дальше взяла себе краску для волос покраситься. Взяла масло растительное. 3 таких и 6 таких бутылок. Вот в целом вся у меня закупка. Так что пишите, что думаете. Сейчас как-то буду утрамбовывать мясо в морозилку. Но я понимаю, что оно мне не влезет туда. У меня битком уже морозилка забита. Ну вот,
потихоньку делаю закупки. А, да, Маша сегодня еще подарили шампунь, ну, показывать уж не буду. Ну, вот в целом. И вот нам еще дали тут острую аджичку или кетчуп как-то это своего домашнего производства, да. Ладно, вот такие вот, ребята, закупочки. Привет. Да, всем привет, Маша поздоровалась. Маше очень нравится в последнее время. Сейчас дают в пятерках. Ой, магните. Нет, в магните, да. Вот такие вот приколы. У нас сегодня их тут получилось много. Так, подожди. 3, 6. Ну, сегодня 2 я еще девочкам отдавала уже. Все, 6 штук. И Маша сейчас хочет их открыть на камеру. Открывай, дочь, показывай. Тебе помочь? Давай, один ты, один я. Ой, что-то у тебя там улетело. И вот такая вот штучка где-то упала. Нашла, нет? Нет, а где-то еще одна штучка. Ищи, короче говоря. У меня вот такая вот получилась. У меня лама. Лама, да. Вот, да. Давай дальше еще у нас. О, Светик пришла со школы. У тебя кто? У меня собачка. У меня Бум. Бум. И еще, какой пакет себе берешь? Ах ты, коза! Да вон эти распаковываются. А, Света, подними, пожалуйста. У меня коктейль. У меня коктейль. Тоже коктейль. Хоть так коктейль. Короче, вот такие вот штучки, но детям нравятся. Мы их распаковали. Пусть прибери их, потом ребятишки придут маленькие. И все достали. Все, ребят, вот такая вот закупка была. Ну, получилось так, что мы Машу на остановке увидели, забрали ее с собой, она с нами по магазинам еще проехалась. А кому человечек? У Оксаны, по-моему, или у Кати, человечка. Я не знаю. Ну, это вот потом уже будешь. Убирай все эти отсюда. Все, я сейчас буду все это по морозилкам, и потом мне надо будет снова со Света ехать. Вот, вот такие вот дела. Все. Знаете, как закон подлости? Когда мне что-то везут крупное, вот здесь вот 4... Муки это 20 килограмм, а вот там 5 мешков комбикорма. А мужиков дома вообще нету. И нам приходится все это самим, сейчас мне придется все это таскать. Зашибись. Вообще охренеть не встать. Ребят, приехала ненадолго домой. Показываю быстро, что взяла, и мне надо будет ехать опять в школу на собрание. Ой, булка белого. Мы заказывали листы суши, будем делать. Листы нори. Ой, суши. Краска это Свете. Дальше литр молока. Взяла на Бум. Это что такое? Сейчас покажу вам, что взяла. Ну-ка, дай какие-нибудь Маринкины и Ванькины обутки. Не знаю, подойдут, не подойдут. У Марины с Ваней совсем тоненькие обутки. И когда они дождик, у них намокают ноги. Поэтому я взяла вот такие вот Ваня кроссовки. Взяла 25-й, но не знаю. И Марине взяла 27-й размер вот такие примерно. Вот кроссовки. Так, это Маринина, да? Да, Марине должны быть как раз. Если вот по старым смотреть, которые она дома бегает, то они будут должны как раз. Держи. Ваньки эти маленькие, по-моему. Они ему маленькие, вот эти вот. Вот немного больше. А, ну да, больше. Значит, должны быть как раз. Короче, померяем, посмотрим. Дальше. На Свете обувь горит, как на огне. Ну, это вы уже давно поняли. Вы мне это постоянно пишете. Ну, без обуви тоже. Вот такие вот. Чё они? 1200. Короче, я за 3 пары заплатила 2600.
Потом еще надо будет. Кому, Маша, еще надо брать? Мне. Тебе и Оксане. Да, еще двоим надо взять. Потому что кроссовок у всех нету. Катю мы нынче брали. Свете мы сейчас взяли. Получается, все. Вот такие вот все покупки были. Сейчас пью чай, переодеваюсь и еду в школу на собрание. На репетицию, можно так сказать. Ой, сил вообще никаких нету. Ладно, всем хорошего вечера. Короче говоря, у нас время к 5 часам подходит. Я иду на автобус, еду в город на собрание к Егору. Пришла домой, только успела кружку чая выпить и сразу ей бежать на. Ну, так вот и получается. Ладно, бежим. Ребята, у нас вечер. И посмотрите, какая классная радуга. Прям вообще красота. Хорошо. А мы окрошку делаем. И муж вышел на улицу, говорит, смотри, иди, какая радуга. Красота. Вообще, слушай, яркая, да, Катя? Смотри, какая классная. А, что-то фокус еще не берет. Напишите, какая у вас погода, у нас вообще хорошо. Черемуха скоро цвести начнет. Видите, вот они веточки. Красота. Березки уже тоже красивые становятся. Так что вот так. Дорогие друзья, сегодня у нас вкусная, привкусная окрошка. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.